Существует много способов, как приготовить курицу с хрустящей корочкой, но есть один проверенный и интересный вариант, который должен попробовать каждый, это куриные ножки в панировке из чипсов. Если вы хотите знать, как приготовить хрустящие куриные ножки, то воспользуйтесь этим рецептом. Благодаря толченым чипсам, панировка получается интересной, необычной и очень вкусной. Если вам нужна хорошая закуска к пиву, то такие куриные ножки – просто идеальный вариант. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте куриные ножки, для этого их вымойте, обсушите и полностью очистите от кожи, выложите ножки в чашу от мультиварки или же в обычную кастрюлю. Залейте ножки водой, посолите, доведите воду до кипения, варите куриное мясо на протяжении получаса до полной готовности, важно не переварить ножки, чтобы мясо не отставало от кости. Теперь вам необходимо приготовить панировку. Для этого в ступке измельчите чипсы, смешайте их со специями на ваш вкус, солью и мукой, натрите к смеси твердый сыр, на мелкой терке, тщательно все перемешайте. В кастрюльку или в чашу от мультиварки налейте рафинированное подсолнечное масло, доведите его до кипения, обваливайте каждую куриную ножку в панировке, обжаривайте во фритюре несколько минут. Вкуснее тем, кто подпишется. Выложите куриные ножки на бумажные полотенца, чтобы избавиться от излишка жира. Подавайте обязательно горячими, пока корочка на курице хрустит, идеально сочетается это блюдо с пивом. Вкуснее тем, кто подпишется. Обещанный список ингредиентов. Куриные ножки 1 кг, чипсы 50 г, сыр твердый 50 г, мюка 2 столовые ложки, специи, соль. По вкусу. Количество порций 6. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Заходите в гости.